гороскоп на 28 января. Овен. День проходит под знаком преобразования космической энергии. Звезды советуют избегать коллективной работы и ни в коем случае не принимать никаких важных решений, так как ваше финансовое положение находится в неустойчивом состоянии. Телец. Звезды предполагают успех в профессиональной деятельности при условии, что в вашей семье царит атмосфера тепла и уюта. Возможны некоторые недоразумения на службе. Будьте бдительны и не принимайте никаких необдуманных решений, так как недоброжелатель пытается навредить вам. Ваша гибкость и выдержка помогут обойти скрытые ловушки. Отказывайтесь от деловых предложений. Данный период для этого совсем не подходит. Близнецы. День символизирует защиту жизненных идеалов и принципов. Напряженный день в отношении любовных дел. Вероятен крупный скандал или разрыв отношений с давним партнером. Звезды предостерегают мужчин-близнецов от длительных прогулок и уединения. Не исключены травмы. Женщины-близнецы не должны разворачивать никаких грандиозных проектов. Велика вероятность неудачи. Рак. Ваш консерватизм в этот день очень пригодится. Нежелательно принимать поспешные решения, лучше немного переждать. Несмотря на неприятности, чувствовать себя вы будете неплохо. Общение с противоположным полом избавит вас от психологического напряжения. Лев. В сфере профессиональной деятельности вероятен спад. Намеченные планы не принесут желаемого результата. День неблагоприятный для заключения различного рода сделок, переговоров, брака. Вероятны неприятности из-за сплетен тайных недоброжелателей, не без оснований считающих, что работоспособность – не ваша характерная черта. Дева. Ссоры и взаимные обиды могут полностью исключить сложившиеся отношения. Велика вероятность невезения, что может привести к отчаянию. К вечеру отношения с окружающими будут приходить в норму. Не будьте педантичными и мелочными, это может вызвать только раздражение. Весы. Сегодня успех будет зависеть от вашей гибкости и умения приспосабливаться к новым условиям. Вы можете получить выгодный заказ или заманчивое предложение об участии в перспективном проекте. Во второй половине дня возможны неожиданные препятствия и преграды, которые будут способствовать неудачному исходу начатого дела. Возможен сумбур в чувствах и желание избавиться от ответственности. Скорпион. Разочарования этого дня будут переноситься с трудом и с возрастающим озлоблением. Вы постепенно потеряете чувство уверенности в себе, придет ощущение своей ненужности. Не рекомендуется заниматься самоедством и винить себя во всем. Вам необходим отдых. Стрелец. С самого утра ожидайте недоразумений и разногласий с окружающими людьми. Ваши стремления к переменам и негативное отношение к любым формам принуждения могут создать проблемы в отношениях с руководством. Отсутствие дипломатических талантов делает вас уязвимым. Однако благодаря уму и находчивости вы всегда можете найти выход из любой критической ситуации. Козерог. Ссоры и взаимные обиды могут развести вас с партнером по разные стороны баррикады. Не спешите рвать отношения, подумайте о чувствах близкого человека. Тому, кто находится рядом с вами, так не хватает открытого проявления вашей заботы и нежности. Водолей. Сегодня водолеям следует быть осмотрительнее в профессиональной сфере деятельности. Занимайтесь старыми делами, не пытайтесь строить новых планов. Звезды указывают, что любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать ваше здоровье. Вероятные ошибки и просчеты из-за происков недоброжелателей или неверно истолкованной информации. Рыбы. День символизирует обманы, иллюзии, искушения. Будьте бдительны, опасайтесь сплетен и наговоров. Исключите общение с эгоистичными и агрессивными людьми. Не поддавайтесь влиянию всевозможных новых теорий в религии. Оставайтесь верными своим идеалам. Не принимайте никаких важных решений, не участвуйте в спорах и выжидайте. Если уже так случилось, что вас втянули в выяснение отношений, не унижайтесь до крика. Это был астропрогноз на 28 января. Прислушайтесь к советам звезд.